20 авиарейсов, в том числе и международные, отменили сегодня восстание. Только по причине метели и плохой видимости. Такая погода бушует сейчас почти по всему Казахстану. Из Карагандинского аэропорта не вылетают самолеты. В Павлодаре спасатели достают людей из снежного плена. А на дорогах южной столицы резко увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. Обо всем по порядку. Мой коллега Руслан Идрисов. Порывистый ветер и сильная метель в Караганде сменяют друг друга буквально каждые 2 часа. Выехать из шахтерской столицы в Астану нельзя, трасса закрыта. К слову, ситуация на городских дорогах в целом стабильна. Работает много снегоуборочной техники. И все же в травматологических пунктах количество пациентов увеличилось. Сюда поступают люди с обморожением. Врачи отмечают, что пока с наплывом больных справляются. Увеличилось количество поступающих пациентов, причиной которых является гололедица. То есть падение на улицах. Появились пациенты с отморожением. К вечеру погода становится хуже. Ветер срывает рекламные баннеры с билбордов, а из аэропорта не вылетают самолеты. В Павлодарской области объявлено штурмовое предупреждение только за прошедшие сутки из снежного плена. Спасатели эвакуировали около 10 человек. Трассы закрыты. Из кюветов достают машины. Ожидается выпадение большого количества снега. Ветер юго-западный 17-22 метра в секунду. Просим всех жителей Павлодарской области ограничиться по выездам за город. В южной столице тоже проблемы с авиарейсами. Причем ситуация с транспортом наколена не только в небе, но и на дорогах. Часа 3, да, вот этот подъем пытались штурмовать, но так не получилось. В итоге вот стащила машину. ДВД области сообщили, что за прошедшие сутки в ДТП погиб 1 человек, 4 пострадали. Впрочем, что касается Алматы, сегодня погода в южной столице налаживается. Руслан Идрисов, Аида Хамзина, Иркилан Тойболдин и Артем Кохан. 7 News, Караганда, Алматы и Павлодарская область.